Начали мы наше путешествие от башни Пятницких ворот. В XVI веке внутри башни хранили мушкеты, карабины, латы, пули и знамена. Это современное здание, здание музейно-выставочного комплекса. Позже мы побываем здесь. Слева от входа расположены торговые ряды постройки XIX века. Там располагаются сувенирные магазинчики с потрясающей сувениркой, а также магазины с тульскими пряниками и прочими вкусняшками. Территория Кремля представляет собой прямоугольник. Периметр стен около 1000 метров, это 1 километр. Общая площадь территории около 6 гектар. Фундамент стен углублен на 8,5 метров в землю. Высота стен колеблется от 2800 до 3200 метров. Сами стены собраны из белого известняка и красного кирпича. Башень Кремля 9. На территории Кремля расположены два собора и одна часовня. Богоявленский собор, построен в 1862 году. В настоящий момент собор недействующий, в нем расположен филиал оружейного музея. Успенский собор, храм в стиле русского барокко, возведенный в середине XVIII века, собор славится росписью стен. Мы в здании музейно-выставочного комплекса. Справа расположен штаб приема гостей Тульской области. Здание комплекса современное и просторное. Атмосфера праздничная. Насколько я понимаю, в настоящий момент здесь проводятся мастер-классы.
Ну что, ты будешь готовить? Да, а подскажите, что, чем вы занимаетесь? Она тоже... Вырезаем снежинки разные виды. Смотрите, ни одна снежинка не повторяется. Хорошо резать с детьми раз в неделю, хотя бы по часу снежинки. Это развивает фантазию ребенка. Извилины увеличиваются однозначно. Ребенок начинает учиться лучше, чем он был. Или вот зверьков делать можно, да. А? Нет, я Насте говорю. А, нет, ну это ради бога, вдвоем сядут. 200 рублей мастер-класс. Ага. Причем вдобавок дарю кошечек или собак, что они любят, Валентину. И рассказываю, как это сделать. Поняла. Что, вот, смотрите, два мастер-класса сейчас делаю. Смотрите. Любишь кошечек или собак?